Следователям удалось доказать получение Городовым взяток на общую сумму почти 5 миллионов рублей. Он уже третий арбитражный судья, которого обвиняют в коррупции. Двое его коллег, Руслан Терри и Владислав Колесников, осуждены. Они получили по 7 лет колонии строгого режима. Чтобы возбудить дело против Городова, понадобилось представление главы Следственного комитета Александра Бастрыкина. Доводы обвинения в анализируемой части я не признаю, оспариваю в полном объеме, считаю их полным вымыслом и оговором. Денежных средств от долгового я не получал. Последний для их передачи в мой кабинет в указанное обвинение время, в том числе в сопровождении Пицуна, не входил, денег мне не передавал ни в кабинете, ни в помещении суда. Алексей Долгов, о котором говорил и сегодня в рамках реплик Городов, юрист и бывший арбитражный управляющий. По данным следствия, он принимал участие в 5 эпизодах получения взяток Городовым. За нужные Долгову решения по делам о банкротствах арбитражный судья, по данным следствия, получал по 500 000 рублей. Взяткой следователи посчитали и продажу Городова автомобиля по заниженной стоимости. Кстати, еще в 2019-м арбитражного управляющего Долгова осудили условно. До этого он активно сотрудничал со следствием. Между тем, Городов утверждает, что у них с Долговым случился межличностный конфликт, и тот обещал лишить его мантии. Телефонные разговоры, рассекреченные ФСБ, по словам Городова, доказательство того, чем целенаправленно занимался Долгов, и не только он. ФСБ фиксирует, что в отношении меня все, что происходит, это планировалось, это готовилось, а мне вменяют обратное. Ну много не надо. Взять рассекреченный материал ФСБ и прочитать, как каждый день, кто что планировал. Городов настаивает, что работал честно, и все, что происходит, это намеренная его дискредитация и оговор. К слову, на время следствия и суда полномочия судьи приостановили. На его имущество стоимостью 10 миллионов рублей наложен арест. Городов же уверен, что стоимость имущества слишком превышена. К примеру, моторную лодку 1977 года он брал якобы за 5 тысяч рублей, а оценили ее в 200 тысяч. Следующее заседание по судье с 10-летним стажем назначено на 10 апреля. Там ему предоставят последнее слово. Татьяна Голубева, Андрей Печоркин. День с толком.